Здравствуйте и процветайте! С вами Нинель Смолина, консультант и преподаватель по китайской физиогномике, фэншуй и астрологии. Представляю вашему вниманию прогноз по восточной методике на 2 ноября, четверг, водная змея. 14-й лунный день наделяет огромным потенциалом энергии, поэтому избегаем уныния, учимся. Также есть большой шанс в этот день наверстать упущенное. Управитель – опасность. Благоприятно все-таки удалиться от дел, встретиться с друзьями, расслабиться и радоваться жизни. Лучше избегать рискованных видов спорта и не залезать на высокие конструкции. Не ломитесь в закрытую дверь, она откроется позже. Самый плохой часовой период – с 21 до 23 часов. Благоприятный день для змеи, не подходит свинье. Успехи в образовании ожидаются у кролика, на выручку придут змея и кролик, привлекательно и неотразимо сегодня собака, дела позовут в дорогу или командировку свинью, кролика и козу, поберечь свое здоровье следует собаке и свинье, а повезет с деньгами кролику. Всем остальным удачного дня!